Добрый день, дорогие друзья! Кто меня слышит, напишите, пожалуйста, что-нибудь, дайте обратную связь. Я вижу, раз уже присоединилась Галина Юрьевна большими буквами, значит, точно надо начинать. Наталья Сын уже использовала сигар, ну, здорово. Могу предположить, да, что сын еще высокий и худой. Нет, Наталья? Пишите немножко. То есть есть молодые, нет, просто есть молодые люди, да, которые по конституции просто предрасположены к развитию язвенной болезни. Как правило, это худые, высокие люди, такие астеники, и у них длинный пищевод, и желудок развернут более вот так вертикально. И поэтому им вот просто посмотришь на таких людей, и уже хочется рассказать, как проводить профилактику язвенной болезни. Ну, я хочу сказать, что я тоже использовала сигар, и нам тоже очень понравилось. Все, кто был на Байкале, мы обрадовались, что у нас с собой сигар и диарука. Предусмотрительно взял наш генеральный директор. И, вы знаете, всегда как-то необычно ездить по местам силы. И кто ездил, тот знает, какие после этих мест силы происходят очищающие такие процедуры. Причем, вы знаете, вот когда ты едешь группой, и все едят одинаково одно и то же, и тут получается, что вот такая мистика, как будто духи Байкала выбрали и сказали «ты, ты и ты». Мини-панчакарма, то есть терапевтическая работа и понос. И вот, конечно, асигар помог всем. То есть очень быстро ушла тошнота, очень быстро восстановилось пищеварение и хорошее самочувствие, и восстановился аппетит. Мы проверили как раз сигарку диарука, и нам очень понравилось, просто очень. И я очень рада, что в нашей линейке появился вот такой узкий продукт. Он узко такой направленный деятельности, да, и мы можем помочь людям вот с совершенно разными запросами. Смотрите, по названию видно, что это средство против проблем, связанных с повышенной кислотностью. Но аси – это как бы ацид, да? Гард – это охранник. Вот. То есть аси-гард – это название расшифровывается как охранник против повышенной кислотности. Давайте немного поговорим о физиологии, о том, что делать, почему повышается кислотность, какая статистика и так далее. Но для начала я бы хотела, чтобы вы рассмотрели внимательно на обложке Helicobacter pylori. Это вот такая зловредная бактерия, с которой ассоциирована большая часть заболеваний желудка, то есть многие гастриты и язвенные болезни. То есть, как известно, была присуждена Нобелевская премия исследователям, которые доказали, что язвенные болезни и многие гастриты вызываются именно этой бактерией. И, соответственно, после этого исследования был разработан курс так называемой эрадикации Helicobacter pylori. Это комбинация фармпрепаратов. Как правило, это антибиотики против вот этой бактерии, средства для понижения кислотности, вот АМИС, это ингибитор протонной помпы, да? И, по-моему, там что-то регенерирующее. И один раз достаточно пробить эту схему эрадикации, чтобы полностью избавиться от Helicobacter pylori. И, конечно, это величайшее достижение, потому что я еще работала врачом до того момента, как открыли эту Helicobacter, и знаю, как мучились больные с язвенной болезнью.
как они вот просто ежегодно, два раза в год, весной и осенью, лежали в стационаре, сильно мучились, это сильные боли. И опасность в том, что, смотрите, вот эта бактерия, она как буравчик. Она просто внедряется вот в слизистую, и сзади вот такой хвостик развивается, так быстренько внедряется. И опасность, конечно, когда на ее пути, попадается сосуд, и сосуд разъедается, и начинается вот такое кровотечение. Ну и язвенная болезнь, она чаще всего либо в желудке, либо в луковице 12-перстной кишки. Ну и редко, уже реже достаточно, но тоже есть локализация язвенных проблем в 12-перстной кишке, в тонком и в толстом кишечнике. Ну, мы сегодня поговорим про желудок. То есть, как я уже сказала, вот этот курс эрадикации Helicobacter pylori проводится однократно. И человек, впервые выявленный Helicobacter, да, он просто обязан пройти этот курс. И желательно, чтобы ему назначили в соответствии вот с теми протоколами, как положено. Если человек не выполнит правильно эту эрадикацию, либо не будет соблюдать диетических рекомендаций, то очень плохо, когда эта бактерия переходит в хроническую форму, и тогда уже на нее этот курс не подействует. И много таких людей, которые не знают, что делать, и антибиотики больше пить не хотят, и не видят в этом смысла. И вот очень хорошо поможет как раз наша сигара. Итак, давайте более подробно. Ну, во-первых, статистика – это скрытая закономерность. Смотрите, в норме 10% населения, а гастрит – 90% населения. То есть вы представляете, какое количество людей имеет вот такую проблему с желудком? Ну, видите, статистика немножко отличается. Но в то же время говорит о том, что в структуре всех желудочно-кишечных заболеваний гастрит составляет более 80%. Ну, мы вообще знаем, что наш организм – это система, которая зависит от еды, и здоровье этой системы начинается в животе. Да? То есть самое главное, чтобы правильно функционировал желудочно-кишечный тракт. А в желудочно-кишечном тракте начинается с желудка. Вот. У женщин встречается чаще, и также есть еще гастроэзофагеальная рефлексная болезнь. То есть рефлекс эзофагеальный, я про это чуть подробнее расскажу. И вот более 90% хронических гастритов ассоциируется с Helicobacter. Вот видите, хронические гастриты всегда лечить сложнее. Острый гастрит – это вот нашел Helicobacter, удали однократным применением курса эрадикации. Дальше уже поддерживать диетические рекомендации, образ жизни и все. То есть я вот знаю, о чем говорю. У меня муж болел язвенной болезнью каждый год, два раза в год. Как только мы один раз сделали эту эрадикацию, как только она появилась, все, с тех пор уже 20 лет никакой язвенной болезни. Да? Но при этом, конечно, он что-то периодически делает для улучшения пищеварения своего. Вот. И в то же время, вот видите, очень много людей, которые не смогли пройти нормально этот курс, или на них не подействовало. И вот очень большое количество пациентов живут с вот этой Helicobacter уже в хроническом состоянии. Что говорит аюрведа о желудке? Она говорит, что в желудке происходит первая стадия пищеварительного процесса. То есть мы все знаем, что в желудке нет всасывания. В желудке вырабатывается желудочный сок, который содержит в основном соляную кислоту и содержит вот некоторые ферменты, пепсин, да, для улучшения
ферментации пищи. То есть смысл желудка, да, в том, что это как мельница. То есть пища туда попадает, и она вот как мельница крутится вот так в желудке. И в это время она должна очень хорошо пропитаться соляной кислотой и вот этими ферментами желудочного сока для того, чтобы она начала ферментироваться. Чтобы потом желудок частями выпускает пищу в 12-перстную кишку, а там дальше она уже обрабатывается желчным соком, желчью и ферментами поджелудочной железы. И вот очень важно, чтобы количество соляной кислоты было и не очень большое, и не маленькое. Да? То есть именно столько, сколько нужно. Потому что соляная кислота нужна для денатурации белка. То есть если пища, которая попала в желудок, не обработалась соляной кислотой, то дальше ферменты поджелудочной железы уже не могут справиться. И, соответственно, пища, не пропитанная вот этой соляной кислотой, будет гнить, бродить и вызывать вот такой вот, особенно ну, непереваренный белок, он очень мощно отравляет организм. Продукты вот эти гнилостного брожения белка, они размножают патогенную микрофлору гнилостную и отравляют организм. И вторая задача соляной кислоты – это удалить всю инфекцию, которая могла попасть в желудок вместе с едой. То есть такой пропускной пункт находится в желудке, да, и часто, например, если человек чем-то отравился, и он будет чувствовать себя плохо часа вот 2-3, у него будет такой тяжесть в желудке, распирание. То есть в это время желудок как бы трудится, пытается соляной кислотой убить всю вот ненужную инфекцию, чтобы она не прошла внутрь. Если только уже не справился, значит это все пошло наружу, да? То есть не пропустить никакую инфекцию. И вот, наверное, за все это желудок называют матерью организма в аюрведе. Он очень чувствительный, да, и его работа может нарушиться не только из-за неправильного питания, но и из-за вот эмоционального какого-то беспокойства, потрясения или вот такого состояния, когда человек не может что-то переварить, да, вот новости какие-то он не может переварить, слышать для себя, да, человека какого-то так ненавидит, что не может его переваривать, да, вот. Это психосоматические уже расстройства. И поэтому, конечно, желудок надо беречь, матерь же организма. И от него зависит состояние удовлетворенности, защищенности и полноты жизни. Да? Ну, конечно, пища усвоилась, пошла, не усвоилась, а обработалась, готова для усвоения, все уже все хорошо, жизни ничего не угрожает. Что аюрведа говорит о гастрите и язвенной болезни? Что это самое распространенное заболевание желудка среди работающего населения Земли, которое вечно спешит, перекусывает на ходу, волнуется, о чем-то переживает. И иногда язвенная болезнь бывает из-за избытка, из-за излишней склонности к размышлениям. Язва в аюрведе считается больше заболеванием огненной плиты, и поэтому представители питодоши больше подвержены. Поэтому нужно, конечно, корректировать состояние плиты и помогает специальная диета. Я хочу сразу проанонсировать, что завтра в это же время Кирилл Штокин расскажет питание по дошам. Кто был в Крыму, тот, наверное, помнит, что было очень много вопросов на эту тему. Мы просили Кирилла еще более подробно рассказать все на вебинаре. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Я уже сегодня не буду повторяться.
Ну, конечно, при любом заболевании Аюрведа говорит, что нужно смотреть, какие конституции нарушены, какие души в дисбалансе. И, конечно, нужно корректировать еще и обязательно питание. Все души должны быть в гармонии. Аюрведа тоже говорит, что язвенная болезнь называется хеликобактер пилори, и в том же, также тем, что избыток слизистой соляной кислоты застаивается и разъедает слизистую, вызывая воспаление. Вот смотрите еще раз. Очень много проблем, связанных с повышенной кислотностью, можно решить просто правильное питание. Просто питание, да? Не даже не стараясь прибегнуть в первую очередь к лечению. Вот смотрите, например, у меня был знакомый человек, сотрудник, он и сейчас работает в Петербурге, и когда приезжал в Москву, он жаловался, что у него язвенная болезнь и мочекаменная болезнь. Ну, тогда я ему дала какие-то общие рекомендации, и через пару месяцев я приехала к нему в Петербург, и мы вместе целый день ездили по аптекам, я читала там школы по продукции, а он, соответственно, там разговаривал с фармацевтами. И что я увидела? Я увидела его образ жизни. То есть мы 3 дня были с ним вместе в одной машине. Значит, утром он не ест ничего, в течение дня он не ест ничего, он не пьет, он курит периодически, и вечером он ест 1 раз в день. Я ему объяснила, говорю, вы поймите, ваша болезнь от того, что вы не едите и не пьете. И все. То есть утром человек встает, у него утром полный желчный пузырь, полный желчью, да, за ночь накопилось. То есть человек спал, печень всю ночь работала. И точно так же за ночь в желудке скапливается соляная кислота. И утром человек встает, и ему надо поесть так плотно, чтобы вся накопившаяся за ночь желчь вылилась, чтобы желчный пузырь разрядился, да? Потому что желчь выделяется только на переваривание пищи. Если еды нет, что переваривать? Желчь тает в желчном пузыре и образуется потом желчекаменная болезнь. Утром человек встает, у него в желудке скапливается соляная кислота. И надо встать и съесть белок, который вот как губку солярную кислоту впитает, потому что солярная кислота нужна для денатурации белка, да? И, соответственно, завтрак первый должен быть белковый, то есть не каша на завтрак, а белок, то есть яичница, омлет там с овощами, котлетка какая-то, там кусочек мяса, курицы или еще что-то такое, да? А творог, сырники и так далее. То есть просто утром встать, кинуть в желудок белок, яйца, чтобы он эту соляную кислоту впитал в себя и с помощью этой соляной кислоты хорошо денатурировал, разложился там до аминокислоты, потом обработался еще пищеварительными соками и прекрасно усвоился. Все, человек здоров. Что происходит утром? Человек встает, ничего не ест. Желудочный сок скапливается, да, и начинает разъедать слизистую, потому что его концентрация повышена. Потом в течение дня опять же надо есть что-то, надо давать какую-то еду организму, чтобы эта еда опять же собирала на себя пищеварительные соки, чтобы желчь выделялась и чтобы выделялся, ну, как раз, чтобы собрать на себя повышенную кислоту. Все. То есть плотный белковый завтрак, 4-5-разовое питание. Все, не надо никаких таблеток, которые блокируют кислоту.
И кроме того, вот рассказывая про этого данного человека, я видела, что в течение дня он ничего не ест и не пьет. Соответственно, почки у меня не могут нормально кровоснабжаться. Концентрация крови повышается, обезвоживание, почка не может нормально работать, и мочевая кислота скапливается в почках. Вот. Язвенная болезнь, мочь каменная, просто потому что человек не ест и не пьет. При этом этот человек мучается и думает, какие мне таблетки выпить, я то выпью, то и все. Образ жизни откорректирую, питание откорректирую. Вот. И, конечно, люди особенно склонны к повышенной кислотности, но, как я уже сказала, это астеники, высокие худые, плюс считается мясоеды, это люди первой группы крови. Мы еще в институте там друг другу говорили, что у тебя первая группа крови, все, они нервничают, язва ходит. То есть есть люди, которые просто не могут быть вегетарианцами вот, в силу того, что выделяется в достаточном количестве соляная кислота. И нужно всегда понимать, что повышенная кислотность желудочного сока – это всегда лучше, чем пониженная. Всегда лучше. Потому что пониженная кислотность бывает, когда атрофический гастрит, атрофия, то есть трофа – это питание. Нарушено питание слизистых оболочек. Слизистые не в состоянии вырабатывать соляную кислоту. Пища, не пропитанная соляной кислотой, не может нормально денатурировать. Да? Соответственно, идут процессы гниения, брожения, запоры, дисбактериоз и отравление плохо перевариваемой едой. И поэтому не нужно всегда вот в любом случае стараться загасить вот эту повышенную кислотность. Надо всегда думать и рассуждать, что происходит в организме. Была ситуация, когда мне звонит женщина и говорит, вот я сама фельдшер, недавно у меня нашли онкологию, у меня сделали химиотерапию, а сейчас нет аппетита, тошнота там, и кушать нормально не могу, нарушено пищеварение, вот изжога, отрыжка, и мне назначили амид. То есть я начала его пить, а мне еще хуже. Я говорю, вот давайте рассуждать логично. Что такое онкологическое заболевание, никто точно не знает. В натуральной медицине это считается избыток слизи, избыток аму, избыток токсинов, да? Лимфотоксикоз. А в официальной медицине считается, что это вот онкогенетическая теория доминирует, да, мутация клеток. И паразитарную теорию никто не отменял. То есть еще вот до военные годы или в послевоенные была разработана вот такая паразитарная теория онкологии. Да? То есть в любом случае понятно, что любая инфекция для организма – это плохо. Она попадает в организм, она воздействует на геном, она выделяет огромное количество токсинов, она только усиливает интоксикацию. Да? И есть на сегодняшний день исследование Свищевой, которое доказало, что у всех онкобольных есть карбонады, да? Запатентовало свое открытие. Есть исследования наших современных ученых, которые занимаются паразитарными такими программами. И, соответственно, в желудке, в нашем организме три, как минимум, да, даже четыре противопаразитарных барьера. Первое – это желудочные вот, ферменты ротовой полости лизоцин. Да. Второе – это желудочный сок, то есть с такой кислотностью 2,2, которая убьет любую инфекцию вообще. У нас однажды доктор занималась герудотерапией, и ее внук пиявку проглотил. Она говорит, да, белковая еда, ради бога, я вас умоляю. Его желудочная кислота переварит эту пиявку, ничего страшного, да? Следующий барьер – это желудочный, это желчь. И следующий – это иммунная система кишечника.
Так вот, у вас, я объясняла женщине, серьезное заболевание. И зачем вам блокировать выработку соляной кислоты, когда можно это все заменить просто белковым завтраком и улучшить пищеварение с помощью натуральных средств? Это я к тому, что большое количество людей пьют вот эти блокаторы желудочного сока, вот эти амиосранитидин, просто не задумываясь, зачем они это делают. И, конечно, вот слава богу, что есть растительные средства, которые нормализуют. Вот аюрведа, она всегда против вот каких-то радикальных методов. Она против того, чтобы снизить совсем желудочный сок и чтобы его сильно повысить. Аюрведа старается все нормализовать. Да? Вот. Итак, слава богу, мы получили Асигарх. Он как раз вот регулирует выработку желудочного сока. То есть, соответственно, нейтрализуя вот те эффекты, которые возникают при избытке соляной кислоты в организме. То есть, при избытке соляной кислоты бывает изжога, да, может не быть. Но чаще всего бывает. Избыток соляной кислоты бывает, что и повреждает как раз слизистую желудка, вызывая вот такое воспаление, так называемый гиперацидный гастрит. То есть ацид – это кислота, гиперацидный, то есть воспаление желудка вызвано избытком соляной кислоты. Что еще повреждает слизистую, это избыточное употребление аспирина и нестероидных противовоспалительных средств. По рейтингу токсичности эти средства стоят на первом месте. И их побочное действие называется ульцерогенное. То есть улькус – это язва. То есть это группа препаратов, которые способствуют образованию язв. Сейчас эти препараты очень активно рекламируются на телевидении как обезболивающие. Как против головной боли, там, найс, нурофены попадают точно в цель, да? И многие люди, не задумываясь просто, начинают их принимать, и потом были случаи, до сегодняшнего дня есть, что люди погибают от желудочно-кишечного кровотечения. Вот, поэтому, если человек вынужден принимать вот такие фармпрепараты, то он обязательно должен защищать свою слизистую. И вот тут вот Асигард очень помогает. Асигард содержит растительные компоненты, которые обволакивают, которые снимают спазм и обладают антибактериальным действием. То есть все фармпрепараты, которые существуют вообще в мире, они почти все имеют альтернативу среди растений. И в первую очередь нужно смотреть именно вот растительные ингредиенты. И если у человека уже есть эрозии или язвы, да, эрозия – это прежде язва, то Асигард тоже в таком случае очень хорошо помогает. Что он еще делает? Если у человека повышенная кислотность и рефлюкс, то есть запрос вот этого желудочного содержимого в пищевод, тоже очень хорошо помогает. Если уже есть язвы и гастрит, если изжога, отрыжка кислым, боль в области желудка, тошнота, в том числе утреннее подташнивание. Вот, например, знаете, утреннее подташнивание, оно встречается очень часто. Ну, например, у меня была подруга, которая все время говорила, вот у меня тошнит, у меня с утра тошнит, что со мной, наверное, у меня онкология. Я ей говорила, сходи, обследуйся. Нет, я не пойду, у меня онкология, ну все, мне караул, скоро умирать, вот какая-то истерия. Пока я в конце концов сказала, ну какая онкология, это банальный гастрит, сопровождается внутренней тошнотой. Она тут же успокоилась, но делать ничего не стала. То есть, ну, как бы, у него онкология, оказывается, не гастрит.
Ну, в общем-то, это очень мешает жить. Любая тошнота – это интоксикация, да? То есть отравление организма какими-то токсинами. И вот осигар, то он реально очень быстро снимает вот эту тошноту. Потом, если человек, вот, страдающий заболеванием желудочно-кишечного тракта, придет к гастроэнтерологу, обычно что назначается? Антациды, да, вот альмагин, например. То есть, ну, сода обычная, можно сказать, является антацидом. То есть то, что гасит повышенную кислотность. И ингибиторы паратонной помпы, это так называемая МЕС, ранитидин, это тоже люди, кто страдал, хорошо знал. Группа препаратов, которые блокируют выработку соляной кислоты. То есть, понимаете, и без меры гасить соляную кислоту и блокировать ее, это зачастую оставлять организм без барьера против инфекции и ухудшать в себе переваривание белка. Поэтому вот Асигард — это просто препарат выбора. И помогает уменьшить утреннее похмелье после интенсивного употребления алкоголя. Ведь употребление алкоголя – это тоже отравление. И асигард очень хорошо при любом отравлении. Давайте посмотрим вот этот рефлюкс эзофагит. То есть наш желудочно-кишечный тракт, он так устроен, что между различными отделами есть сфинктеры типа жома. Ну вот как анальный сфинктер, да? Ну, вот, например. Сфинктер типа жома. Вот. И, соответственно, когда мы что-то съели, еда эта прошла по пищеводу, упала в желудок, и сфинктер сомкнулся. То есть сомкнулся сфинктер между пищеводом и желудком, и так называемый кардиальный сфинктер, и сфинктер между желудком и 12-перстной кишкой, так называемые пилорические сфинктеры. И вот желудок, он так закрылся с двух сторон и начинает, вот так как мельница, вращаться, там пищу переваривать. Ну, это я образно говорю, да? То есть пища несколько раз там крутится и обрабатывается соляной кислотой. Так вот, если сфинктер не смыкается, он несостоятельный, да, то идет запрос желудочного содержимого пищевод туда, куда не должна попадать ни соляная кислота, ни желудочный сок. Это когда бывает? Самая распространенная причина – это поесть или спать. Вот, казалось бы, понимаете, это такие банальные вещи, но приходится все равно объяснять. Я помню, была когда в Петербурге, вела прием, и приходит ко мне мужчина, такой плотный, килограмм 20 лишнего веса, и объясняет мне, что он очень сильно мучается от вот этого рефлюкса эзофагита, и не знает причину, и не знает, как это все, с чего началось, и что делать, и как. Я просто спрашиваю, что на завтрак? Ничего. Да? В течение дня получается поесть, когда получается, когда нет. Когда последний прием пищи? Часов 10 вечера после работы. Когда ложитесь спать? Ну, практически тоже. То есть поел и лег спать. То есть получается, весь день голодный, набил себе как следует желудок, да? И лег в горизонтальное положение. И вот этот набитый желудок, он давит на диафрагму. Вот диафрагма как раз отделяет грудную полость от брюшной полости. Давит на диафрагму, вызывая вот расширение клапана, не смыкание клапана. И, соответственно, идет заброс желудочного содержимого вверх. Вот она, это изжога. Изжога – это как раз и есть попадание соляной кислоты в пищевод. То есть в пищеводе должна быть щелочная среда для того, чтобы пища прошла, а в желудке она очень кислая, да? И, соответственно, вот попадание совершенно в другую среду вызывает ожог и воспаление. И дальше развивается несостоятельность этого клапана,
Поскольку пища не усваивается, клапаны восстанавливаться не из чего, то дальше вот это отверстие диафрагмальное еще больше расширяется, и часть желудка уже начинает проходить в это отверстие, и вот так формируется грыжа пищевода. И эти люди очень страдают от того, что они не могут вообще лежать горизонтально. То есть только легли, и желудочное содержимое начинает протекать вот туда в пищевод. И только наклонились, и начинает что-то вытекать желудочный сок. И, как правило, эта вот грыжа формируется у людей зрелого возраста, у которых уже слабая диафрагма, вот это диафрагмальное кольцо, клапаны. Слабая соединительная ткань, вообще заболевания суставов. И когда вот такой неправильный образ жизни. И когда я объяснила это все человеку, и объяснила, что не надо ему каких-то вот искать фармпрепаратов, а надо делать, начать с того, что утром встать и позавтрак, в течение дня организовать свое питание и вечером последний прием пищи за 3 часа до сна. Он был с женой, они были очень благодарны за то, что я объяснила такие элементарные вещи. И в итоге сказали, все теперь понятно, спасибо, но поменять в моем жизни ничего не нужно. То есть он как-то приспосабливался. Бывает. Итак, Асигар, смотрите, какой он классный. Давайте разберем по каждому ингредиенту. Во-первых, солодка – это уникальное просто растение. И ее действующее вещество – это глицеризиновая кислота. И она препятствует прикреплению вот этой хеликобактер. То есть даже если хеликобактер попала в еду, да, она не может прикрепиться, и она выходит из организма со слизью. И поэтому среди фармпрепаратов есть вот такие средства, которые запатентованы из солодки голой. То есть с успехом применяются для больных гастритами, язвенными болезнями. Кроме того, солодка, она очень хорошо восстанавливает слизистую. Слизистую желудочно-кишечного тракта и защищает даже вот от таких агрессивных фармпрепаратов, не стероидных противовоспалительных, и стероидных. И даже вот у кого было кровотечение на фоне аспирина, то тоже уменьшается. И на сегодняшний день солодка очень хорошо исследована, и вот это защитное обволакивающее действие на желудочно-кишечный тракт, на слизистую желудку уже давно доказано. Очень интересно, что вот, можно сказать, царицей этого комплекса Асигар является любимая нами амла. И мы знаем, что амла – это тот фрукт, который имеет вообще все вкусы. И нам кажется, что он кислый. Но на самом деле, хотя вот кислая на вкус, то суммарно ее вкус не кислый, и она не повышает кислотность желчного сока и не снижает, а именно вот нормализует. И за счет этого регулирует пищеварительный огонь без увеличения выработки соляной кислоты. То есть вот самое ценное свойство – это именно нормализация. И кроме того, вот такое противоязвенное действие и источник витамина С также подавляет рост бактерий и улучшает усвоение пищи. Раковины жемчужной устрицы приготовлены по специальной аюрведической методике. То есть не просто так вот взят порошок, а именно вот специальным образом обработан и используется в качестве такого нейтрализатора избыточной соляной кислоты. То есть, как известно, кальций – это щелочной минерал, да, тоже может использоваться как такой природный антоцит. И мало того, это еще источник вот раковины жемчужной устрицы, да, это не только кальций,
Это источник и кальция, и магния, и минералов, которые нужны для заживления, для регенерации. Ну и язву и жогу обычно вот рисуют как огонь, да, такой. И карбонат кальция в составе обладает успокаивающим и охлаждающим эффектом, точно так же, как амла, да, и приводит к гармонизации функции органа, является источником целебных вибраций. Каменная соль, вот смотрите, как интересно, что раньше слово солдат произошло от соль давать. То есть так называемые вооруженные люди, которые охраняли караваны солью. Это классическая каменная соль, это классическое ведическое средство, тоже используется в качестве буфера, когда низкий пищеварительный огонь вызывает такую диспепсию. Диспепсия – это не сварение. Помогает балансировать слишком низкий pH, более кислый, да, и нейтрализует вредные эффекты. И хороший источник электролитов, которые теряются при повышенной кислотности. Видите, в этой гарде есть и соль, и сахар. Сахарный тростник, сладкий вкус – это вкус удовольствия. Один из важных инструментов для исцеления слабости в аюрведе. Питает, укрепляет, способствует росту тканей, увеличивает отжиг, продлевает жизнь. То есть очень полезен для всего организма. Мы всегда восхищаемся вот, мудрости, гармоничности рецептуры. Гвоздика использовалась веками для профилактики болезней желудка, кишечника и печени. Это и антисептик, и антибиотик природный, и улучшает работу и легких, и желудка. Понятно, что если желудочно-кишечный тракт плохо работает, образуется много слизи, то потом это повышенная нагрузка на легкие, эта слизь может выходить через легкие, и гвоздика сразу и для пищеварения, и для легких. И поддерживает лимфатическую систему, дезинфицирует. Имбирь нормализует секрецию желудочного сока, помогает регенерировать, если есть язва. Нормализует перистальтику, такое прокинетическое средство, да, кинезис – это движение. Полезно при дискомфорте в животе, изжоге, тошноте, выкине, тошноте. То есть, ну, в народе говорят, желудок встал, да, то есть вот съел что-то не то или переел, и желудок встал. Вот, как раз имбирь запускает движение желудочно-кишечного тракта, уменьшает образование, спазмы, видите, вместо таблетки ложку. Перец длинный, сильно действующий компонент для продления молодости. Тоже смесь пипали с медом или сахарным чесноком помогает снизить избыточную кислотность желудочного сока. Ну и потом это растение-проводник. Корица. Тоже обладает свойством улучшать пищеварительный огонь и очищать. И действует как буферный агент. И изучение противоязвенной антисекреторной активности корицы в различных случаях язвы желудка показало значительное снижение индекса язвы, объема желчной секреции, свободной общей кислотности. То есть современная аюрведа используют клинические исследования, которые показывают эффективность ингредиентов в составе. Терминалия хибула, хиритаки – одно из лучших средств для лечения проблем, связанных с дыхательной и с пищеварительной, то есть король всех лекарств. Все вкусы из шести возможных, кроме соленого – кислое, вяжущее, сладкое, острое, горькое. Посмотрите, какое количество эффектов может проявлять это растение. Согревающее, антиоксидантное, омолаживающее, тонизирующее, ветрогонное, антисептическое, противогрибковое. Что тоже важно, антибактериальное, противовоспалительное, отхаркивающее, глистогонное, кровоостанавливающее. То есть царь всех лекарств, которые не просто выскребают там, но еще и перерабатывают ее. Итак, состав потрясающий. Кому будем рекомендовать?
Ну, для тех, кто знает, что у него есть проблемы с повышенной кислотностью, кто не может жить без мяса, да, кто не может по своей природе там быть вегетарианцем, кто не может вот жить без белка в достаточном количестве, у кого уже была когда-то раньше либо язвенная болезнь, либо был гастрит, либо сейчас есть, либо вот люди страдают от изжоги, от отрыжки, от утренней тошноты. Всем очень хорошо подходит Асигара. Применять легко и просто, то есть одна или две таблетки 2 раза в день, то есть после еды запивать теплой водой. То есть дозировки стандартные, видите, профилактическая доза по 1-2 раза, лечебная по 2-2 раза. Так, а с чем рекомендуется сочетать? Ну, во-первых, вот такой хронический гиперацидный гастрит, то есть гастрит, вызванный избытком соляной кислоты и язвенной болезни, две таблетки Асигардо утром до еды натощак, видите, не после еды, а натощак. И две таблетки вечером, тут уже можно после еды запить теплой водой 2 месяца. Потом можно использовать только утром натощак до решения проблемы. То есть месяц, два, три. То есть Асигард, он настолько сильный, что можно даже одним препаратом справиться с вот такой проблемой. Если похмелье, то Асигард пьется однократно. То есть 2-3 таблетки сразу с большим количеством воды, чтобы очень быстро выводить из организма токсины и нейтрализовать вот эту избыточную кислотность, которая вызвана употреблением алкоголя. Если повышенное газообразование, вздутие живота и нарушение пищеварения. Вот смотрите, у нас Иублиз уже давно, и по-английски называется digestum. То есть digestion – это пищеварение. То есть это средство, которое улучшает все этапы работы пищеварительной системы. И Иублиз – это хит продаж. Я тоже почти каждому человеку рекомендую Иублиз. Редко вот кто у меня уходит без Иублиза, потому что все проблемы у человека начинаются в желудочно-кишечном тракте. Если не восстановить желудочно-кишечный тракт, остальные проблемы решить невозможно, да? И вот, видите, Асигард и Иублиз, они немножко похожи по своей сути, да? По механизму действия. Просто Асигард еще дополнительно там, где проблема с повышенным числом. Их можно вполне комбинировать вместе. Например, вот человек жалуется на вздутие, газообразование, да, и при этом у него повышенная кислотность. Вот в таком случае сигарет усилит действие Иублиза. Можно принимать, и в таком случае можно, смотрите, можно Иублиз выпить по 2 раза. А так можно одну сигарет, одну Иублиза 2 раза в день. То есть как бы доза получается одинаковая, только 2 препарата. Если повышенная кислотность и пониженный аппетит. То есть пониженный аппетит – это вот такая интоксикация. Соответственно, у нас главный орган, который отвечает за детоксикацию – это ливоблиз. Поэтому Асигард с ливоблизом по таблетке 2 раза в день. Ну, тоже столько, сколько будет нужно до решения проблемы, там месяц, два, три. Если повышенная кислотность ассоциирована со стрессом, да, когда вот говорят все болезни от нервов, язвенная болезнь от стресса, тогда очень хорошо сочетается вместе с глицинином. И вот в заключение очень ценная табличка от Метина Агравала из первоисточника. То есть смотрите, как хорошо сочетать вместе. То есть, если повышенная кислотность, вот видите, есть основной продукт и поддерживающий. Вот тут Асигард очень хорошо поддерживать ливоблиз.
То есть и Асигард, и Либаблиз, они очень хорошо нормализуют питу. Если вот с точки зрения аюрведы, если с точки зрения обычной физиологии, то, конечно, улучшение функции печени всегда улучшит состояние всего желудочно-кишечного тракта. Я помню, нам на третьем, по-моему, курсе мединститута объясняли, что нельзя поставить диагноз язва желудка или язва двенадцати перстной кишки. Диагноз должен звучать язвенная болезнь желудка или язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Потому что помимо желудка здесь вовлекается и пищевод, и двенадцатиперстная кишка, и печень, и поджелудочная железа. То есть не бывает вот какой-то проблемы в одном органе, чтобы остальные не затрагивались. Поэтому хорошее сочетание. Изжога, ну, это можно вообще однократно пить Асигард, потому что изжога, она тоже не всегда возникает. И бывает и нечасто, и никогда не знаешь, когда она будет, когда нет. То есть люди, которые страдают изжогой, они это знают, и они могут просто всегда носить Асигард с собой. И если возникла проблема, то при необходимости выпить. То есть не курсом, а просто вот от случая к случаю. Если есть язвенная болезнь, не сильно агровал наш, рекомендуют Асигард по две таблетки 2 раза в день, 2-4 месяца, даже без комбинации с другими фармпрепаратами. Хотя при гастрите будет Асигард с Эвуглисом вместе. Ну, 1 месяц. Но этот препарат новый для нас. И мы на основе вот этой таблички, да, рекомендации, можем нарабатывать свой опыт, смотреть, как организм отреагирует на программу, где у человека что еще нарушено. Конечно же, можно использовать пульсовую диагностику. Если похмелье, как я уже говорила, один Асигард, а вот если метеоризм, видите, на первый план выходит уже его близ, а сигард здесь поддерживающий продукт. То есть можно с сигардом, можно без него. Точно так же, ну, газообразование снутия, тот же самый метеоризм. Не сварение, тут можно одним углисом, потому что он улучшает все-таки выработку ферментов поджелудочной железы. И если эрозия и язва в ротовой полости, так называемый стоматит, то Асигард можно рассасывать. Вот такие рекомендации. Давайте пользоваться и всех прошу. Давайте собирать вот такую базу историй по применению. Это очень важно. Давайте делиться опытом. Я для этого создала две группы в социальных сетях. Это группа в Фейсбуке и группа ВКонтакте. То есть это общедоступные группы, там каждый может писать все, что он хочет. Просто вы зарегистрируетесь, кто не зарегистрировался в Фейсбуке, и найдите в поисковике «Отрада клуб». И вступите, пожалуйста, в группу. Там можно читать информацию, там новости, там для всех участников группы, если делаешь мероприятие, то тут же приходят уведомления. Очень удобно для молодежи, у которой сейчас Facebook на телефоне. Вы можете подключить своих знакомых в эту группу, и будет приходить информация. Можно там же писать отзывы по продукции. Давайте там будем обсуждать какую-то информацию. Там в этой группе уже в Фейсбуке Витин Агровал наш ставит лайки, где-то написал доброе пожелание. Там Олег Викторович заходит иногда, Сорокин смотрит, там Кирилл Ештокин с Анной тоже иногда что-то комментирует. То есть, конечно, у нас есть много информации в личном кабинете, но когда мы выходим в соцсети, то таким образом мы можем большему количеству людей рассказать о нашей компании, люди увидят
о чем мы говорим, какие у нас фотографии, где мы были, что видели. То есть вот прямо всех призываю, пожалуйста, участвуйте и пишите отзывы. Ага, значит, Татьяна, целесообразно ли принимать Асигаст при гастрите 20-летней давности, если кислотная желудка нормальная, но при дуоденальном рефлюксе, который возникает непредсказуемо, кислотность повышается? Если Асигаст может помочь, то в какой дозе, как длительной, с какими интервалами при весе 50 кг? Ну, вы знаете, при весе 50 кг я бы лично не увеличивала дозировку больше, чем 1-2 раза. Я вообще вот не сторонница высоких дозировок. Я считаю, давать человеку высокие дозировки, это забить просто все рецепторы, чтобы они вообще перестали реагировать. Или это бывает, когда человек не настолько загрязнен, что его организм не воспринимает нормальную дозировку. И я рекомендую Татьяну, я считаю, здесь Асигард абсолютно показан. То есть не вообще не важно, сколько лет этому гастриту, тем более, что если ему 20 лет, он за это время ничем не вылечился. Это хроническое вялотекущее заболевание, его надо долечивать, и слава богу, 21 век на дворе, и у нас появился Асигард. И я уверена, что он вам прямо полностью решит эту проблему. То есть, ну, только вот клапан надо, конечно, укреплять, раз рефлекс, эзофагит. А не рефлекс, эзофагит, а дуодена, гастральный рефлекс. То есть, это между 12-перстной кишкой и желудком. Но все равно клапан надо укреплять. И знаете, я бы очень рекомендовала еще этот Астикар. Вот Асигард плюс Астикар – это вообще хорошая комбинация. Вы знаете, кто работает с традопульсом, с ведопульсом, мы уже давно заметили, если высокая пита выходит, то выходит противопоказание пить Астикар. И я последний раз попросила Евгению задать этот вопрос Митину Агарвалу, и он сказал, что там, где высокая пита, Астикар нужно вот, компенсировать его какое-то небольшое действие там Басфелия. В Астикаре есть Басфелия. Басфелия из, ну, это по механизму действия как нестероидный противовоспалительный средств. И в таком случае вот избыточный немножко эффект гасится Астикарда. И вот здесь очень хорошее сочетание, потому что Астикар он будет укреплять всю соединительную ткань и клапаны. А Астикар будет нормализовать пищеварение, кислотность. Я считаю, идеально. И с какими интервалами повторять курсы? Ну, Митин Агарвал рекомендует обычно 3 месяца, я обычно рекомендую полгода. Я говорю, это надо жить в Индии, чтобы быть таким счастливым доктором, чтобы 3 месяца раз и все прошло. У нас климат не тут, у нас, мне кажется, меньше полугода, и смысла нет. Или хотя бы 3 месяца, месяц перерыв, еще 3 месяца. И очень хорошо, конечно, делать пульсовую диагностику. Я полюбила эту пульсовую диагностику, наш Традопульс так помогает. Сильное выделение воздуха из желудка – это симптом язвы. Но не факт. Это называется как раз отрыжка. Отрыжка воздуха. Да? То есть, конечно, нужно пойти к гастроэнтерологу и сделать эндоскопическое исследование желудка и посмотреть, какая там проблема. Я считаю, это больше связано как бы с пониженной кислотностью, что пища не переваривается, не обрабатывается нормальной соляной кислотой и происходит какое-то вот газообразование. А
Хороший вопрос, Галина Юрьевна. Может ли сигар нормализовать кислотность и выйти из повышенной кислотности? Я думаю, что его не нужно применять при пониженной кислотности. Он вот заточен специально на повышенную. То есть я бы все-таки рекомендовала при пониженной кислотности больше использовать EOBLIZE. Ну, давайте договоримся так, мы зададим этот вопрос Нитину Агарвалу и, надеюсь, он ответит. При исследовании живой капли крови на темнобольном микроскопе можно увидеть признаки наличия язвенной гастрита? Нет, нельзя. То есть, что такое исследование капельки крови? То есть, берется капиллярная кровь из пальца и смотрится на микроскопе, да? И поле может быть темное, поле может быть светлое. Смысл в том, что там кровь такая же, как живет в организме. Да? Она не окрашенная, не засушенная. Да, она живая. И увеличение в 1000 раз. И в той крови можно увидеть эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, то есть форменные элементы крови. И можно увидеть, что там лишнего, как там инфекция в организме, следы наличия вот, паразитарной инфекции, цисты, яйца, личинки, паразитов. Можно увидеть бактерии, но очень тяжело их идентифицировать, понимаете? То есть, чтобы идентифицировать вот, бактериальную какую-то флору, нужно кровь брать и сеять на питательную среду и ждать, пока что-то высеется, идентифицировать. Это очень сложно. Можно просто посмотреть, есть вот такая выраженная бактериальная инфекция, вирусная, грибковая инфекция, есть ли простейшие, есть ли нарушение модно-солевого баланса, есть ли там избыток соляной, это не соляной, мочевой кислоты, почки плохо работают. Если там нарушение вот, оттока желчи, нехватки ферментов поджелудочной железы. То есть вот такое. Есть ли какие-либо характерные признаки наличия хеликобактера в желудке, если не делать специфический тест? Я слышала, есть у многих, но не всегда в активном состоянии. Ну, в первую очередь нужно сделать тест, он делается в выдыхаемом воздухе. Это сейчас вот вообще легко и просто отслеживается количество хеликобактера. Да? Ну, смотрите, какие признаки могут быть, они косвенные. Да? То есть вообще соляная кислота в желудке, она нужна для того, чтобы убить инфекцию. Хеликобактер – это та инфекция, которая прямо как буравчиком вот так внедряется в слизистую, и ее очень сложно оттуда выковырять. И наш желудок, он старается и начинает вырабатывать больше соляной кислоты, чтобы как бы большим количеством убить эту хеликобактер. И получается, что вот хеликобактер попадает в организм желудок, она как бы стимулирует выработку желчного сока. То есть желудок сам начинает вырабатывать больше соляной кислоты, чтобы ну, денатурировать эту инфекцию, убить, обезвредить. А она устойчива к действию соляной кислоты, и ее так не убьешь. И получается, что вот признаки наличия хеликобактера, они вот именно связаны с повышенной кислотностью. То есть это вот как раз изжога, тяжесть в животе, тошнота. Вот, то есть, понимаете, вот если не идти к врачу и не делать тесты, то вот косвенными такими признаками, чтобы понять, как бы повышенная или пониженная кислотность, это прислушиваясь к своему организму. То есть, если люди говорят, я не могу жить без мяса, вот ни дня без мяса вообще, скорее всего, у них повышенная кислотность. Если люди говорят, я не могу есть мясо, я съел мясо, но у меня вот такого он стал, а потом у меня запор дикий, то это, скорее всего, пониженная кислотность. Потому что вот настолько мудро все в организме, да, смотрите, еда упала,
она пропиталась вот этой вот соляной кислотой в желудке. Потом желудок ее, когда убедился, что в содержимом не осталось ни бактерий, вот так порциями начинает выбрасывать 12-перстную кишку. В луковице 12-перстной кишки происходит нейтрализация кислотного содержимого, а дальше в 12-перстной уже пошла щелочная среда. И вот все равно эта пища идет, она внутри как бы пропитана соляной кислотой, да, и вот эта кислота, она запускает перистальтику. И если у человека пониженная кислотность, то зачастую это может быть той причиной, которая приводит к запорам, которые не лечатся ничем. И в то же время, вот смотрите, какие у человека пристрастия пищевые. Боже, как я люблю соленые огурцы, вот эти маринованные помидоры кислые, все уксусом вот так вот поливает, лимоном обильно поливает. То есть вот, тело прямо чувствует, что ему не хватает соляной кислоты. То есть, ну, вот таким образом, как бы косвенно. То есть, и бывает, нормализуешь, поможешь человеку нормализовать питание. То есть, если у человека пониженная кислотность, ему лучше вообще отказаться от мяса. Либо это мясо мариновать, как на шашлыке, чтобы оно было пропитано уже вот кислотой какой-то, да, или уксусом, или лимоном. И использовать так называемые пикулы. То есть, понятно, что вот эти маринованные огурцы, помидоры, там, перчики, патиссончики, все такое. Зимой открываешь баночку, да, какие там витамины, никаких. Но именно вот эта вот кислота, да, которая вот в процессе маринада образовалась, именно вот она улучшает пищеварение. Ну, как бы так. Возраст 80 лет, повышенная кислотность, нет аппетита, можно давать по схеме. Да, конечно. То есть очень хорошо, что 80 лет повышенная кислотность, а не пониженная, да? То есть пониженная, это, конечно, намного хуже. Вот как раз схема, она повышенная кислотность и пониженный аппетит. То есть по одной таблетке два раза в день, я думаю, через 3 месяца будет намного лучше. 28 лет, мужчина, 65 килограмм, завтрак плотный, всем говорю, все как ты. Количество приемов 4-5 раз в день, работа за компьютером. Постоянное обострение гастрита, несмотря на высшее питание. На сигарде облегчение буквально на следующий день. Как здорово. Не делаю, что делаем не так. Не получится каждый день на сигарде. Да все вы делаете так, Ирина. Это же вообще очень хороший результат. Это вы подобрали самый классный препарат для вас, который очень хорошо лег на правильный образ жизни, правильного питания. И почему каждый день? Он вас вылечит из сигар. То есть он, доктор Митин, говорит, за 3 месяца вылечит. Я говорю, ну за 6 точно должен. Я за нет, только дуоденит. Да, и гастрит, дуоденит. Это все очень хорошо показано. А сигар. Катаральный гастрит, не смыкание кардии. Да, конечно, можно принимать. И вот как раз не смыкание кардии, да, это может давать заброс желудочного содержимого в пищевод, поэтому я бы тоже очень рекомендовала сочетание сигар, да и астикара. Для того, чтобы укрепить эту кардио. Ну и потом, вы знаете, друзья, я очень рекомендую найти хорошего кинезиолога. Я перед поездкой на Байкал сходила к кинезиологу спинку поправить. А мне в первую очередь поправляли диафрагму и сказали, что все проблемы от спазма диафрагмы. Диафрагма сжимается, и спина куполом просто становится. И, соответственно, от того, что диафрагма поджата, поджимаются легкие,
снизу, верхушка легких сверху, и невозможно вылечить хронический бронхит. Соответственно, поправили все внутренние органы, и я такой бронхит потом начался, такое обострение, что такое ощущение, что снизу из легких выходило все, что там лежало просто годами. Я так впечатлилась вообще, и хороший кинезиолог, он должен поправить вообще все внутренние органы. То есть он смотрит именно вот основные проблемы, связанные со спазмом диафрагмы. И вот именно снять спазмы, поправить работу внутренних органов, поправить их расположение, это, ну, так много дает для здоровья вообще. Поэтому вот несмыкание кардии и вот любые проблемы с желудочно-кишечным трактом, если вы в Москве, то заходите к нам на Мясницкую, я вам расскажу, где этот чудо-кинезиолог. Плюс у нас Кирилл Ештукин, остеопат. Вот. Если в других городах, тоже постарайтесь найти хорошего кинезиолога. Так, спасибо всем за вопросы. Не на Байкале, я в Москве нашла перед Байкалом, а на Байкале у меня было обострение и до сих пор там, знаете, как колбасит. То есть мы в Байкале ходили по местам силы, ходили в Иволгинский Датсан, мы с дочкой зашли на прием к Ване лекарю, так интересно было вообще. И после этого вот просто как началось обострение, то есть решил, вот духи Байкала решили, все, у этих людей бывает мама из организма, а как ее еще выйти? Через обострение вынести. Ну, как правило, после обострения всегда намного легче. Надо просто это выдержать, перевести. Так что, Наталья, заходите в Москве, я вам потом там яркий пароль. Все, всем спасибо. Ага, спасибо, Галина Юрьевна. Все, всем спасибо, до новых встреч, до свидания.